Рождественские ярмарки – неотъемлемый атрибут Нового года. Они буквально пропитаны атмосферой праздника, а еще это уникальная возможность приобрести необычные подарки для родных и близких. А расскажите, что у вас здесь, из чего все это сделано? Здравствуйте, у нас новогодние композиции, вязаные изделия для интерьера. То есть можно выбрать на любой вкус. Все сделано своими руками? Все сделано своими руками. То есть вы автор? Мы два автора. Самовар выполнен из ткани, он легкий, видите, весь ажурный. Это шкатулка. Шкатулка. Как необычно. Вот ее плохо, может быть, видно, да, но это необычно. Вот в таком плане. Возьмите его в руки, он очень легкий. Действительно очень легкий. Поверните ему вот так, чтобы видно было. В это сложно поверить, но работы сделаны из бумаги. На самом деле, можно было предположить любой другой материал, но никак не бумагу. Очень круто. Сумка и нотик. А ну-ка, дайте ко мне примерить. У меня сумки еще не было из енота. А? Вот на я. Да. Хвостиком можно помахать. Класс, конечно. А можно одеть шарфик. Мне кажется, я готова к встрече Нового года. Скажите, это все вы сами сделали? Да, все это мои работы. Шали. Сколько времени уходит на такую работу? Вот это вот дня три ушло, да, у меня. Вот, я теперь как настоящий символ года. Здесь у нас все для очень гламурных дам. Посмотрите, у нас тут, значит, леопарды. А леопарды местные? Да. Местные леопарды. А еще даже здесь, среди продукции мастеров и ручной работы, есть место моды и Гуччи. Ну, конечно же. Здравствуйте! С Новым годом хотим поздравить наших жителей города Новороссийск и поблагодарить организацию администрации вот этой вот прекрасной арт-ярмарки, арт-базара. От трех мастериц, имбирных пряников, веночков, вот таких вот замечательных ложечек, свинок. Вот смотрите, вот какие вот делают, все своими руками. Елочки, гномички, игрушки новогодние. Приходите к нам обязательно и счастливого вам Нового года!